Бессмертный полк России в преддверии Дня Победы предлагает разместить портреты своих ветеранов, а по желанию фотографии их наград или краткое описание совершенных подвигов на заднем правом боковом стекле автомобиля. Таким образом, 9 мая, в день праздника, все смогут увидеть героев семей владельцев машин. Главное – разместить портреты ветеранов так, чтобы они не мешали обзору водителя. В этом году из соображений безопасности принято централизованное решение о проведении бессмертного полка в режиме онлайн, пишет телеграм-канал мэрии Самары «Вести с Дворянской». Для отдельных категорий граждан предоставляется компенсационная выплата на приобретение или установку автономных пожарных извещателей. Этот прибор быстро среагирует на дым и подаст громкий сигнал, способный разбудить даже крепко спящего человека. Выплата предоставляется однократно в размере не более 3000 рублей. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию можно получить по телефону 332-16-36, сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары. Телеграм-канал Красноглинского района рассказывает о пользе бурого риса. Это отличный поставщик витаминов группы В и пищевых волокон. Кроме того, в нем содержатся калий, кальций, магний, цинк, селен, медь, марганец, железо, йод, фосфор и натрий. Бурый рис нормализует нервную систему, снимает признаки стресса и хронической усталости, укрепляет клетки. Однако этот продукт не рекомендуется включать в рацион людям с проблемами ЖКТ и тем, у кого есть лишний вес. 7 мая в 18 часов в Доме культуры «Победа» на проспекте Кирова, 72А, состоится праздничный концерт «И помнит мир спасенный», посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вход свободный, информирует телеграм-канал промышленного района.